Взятка больше миллиона. В Рязани задержан директор муниципального предприятия «Детское питание» Александр Дворецкий. Он подозревается в принятии взятки в особо крупном размере. По части 6 статьи 290 ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет и штраф до 70-кратной суммы взятки. Сейчас Александр Дворецкий на скамье подсудимых. Идет прения сторон. Суд уже заслушал ходатайство защиты о приобщении к делу ряда материалов. Следователи же просят отложить вынесение решения по мере пресечения на срок в 72 часа. Напомним, что директор предприятия «Детское питание» получил взятку в размере 1 миллиона 100 тысяч рублей и признал свою вину. Он активно сотрудничает со следствием.